Вы под, ровно под театральной площадью. Когда идете теперь по театральной площади, понимаете, что вы идете по крыше шестиэтажного дома. То есть под вами шесть этажей. Ну, нужна была идеальная акустика. Здесь были, уже применялись самые современные звукоизоляционные материалы. Смотрите на эти белые занавеси, на самом деле, которые это твердый материал звукоизоляционный. О, вот давайте посмотрим, как это все вот выглядит. Посмотрите сюда, пока это все. Вот, вот фойе может подняться и превратиться в фойе с эстрадой. Вот он пошел вниз. Таким образом превратишься в амфитеатр. Мы сейчас видим, они стоят вот на чуть-чуть выше этого уровня. Это мы стоим? Да. Мы вот здесь стоим с вами. Вот, вот сюда выставляются ряды. Все это происходит. Вот стоит, например, репетиция оркестра.